Кино на ТВ Рус. Быть водителем маршрутки значит нести большую ответственность. Шоферское дело-то оно вольное. Везде напьют. Я же не пью, Зоя Захаровна. Лучше ты пила. Каждый день приходится делать то, что стало таким близким. Все, мужики, в рейс. Ты смотри, всюду успевает, да? А получает меньше всех. Молодой еще, глупый. Трудности нипочем, если занят любимым делом. Вроде я работаю, а счастливой сделать тебя не могу. Может, зайдешь? У меня и выпить есть. Отдохнуть тебе надо. Еще неизвестно, чем он там со своим рулем занимается. И никакие сюрпризы не способны испортить настроение. Струхнул, небось? Перепугался. Доедем вовремя. По расписанию. И для того я тебя растила, чтоб ты всю жить с этим олухом маялась. Мама, прекрати. Я люблю его, понимаешь? Особенности национальной маршрутки. В субботу на ТВ Русь.